отточенная походка, уверенный взгляд в камеру, непринужденность движений. В моделинге, как и в спорте, рассказывает Антон, нужны постоянные тренировки. И если внешние данные – работа природы, то ум, харизму, характер и обаяние человек прокачивает сам. Этими качествами он и планирует покорять публику на всероссийском конкурсе. В мистере должно сочетаться все. И пластика, и мужественность, и речь, и духовные качества. Конечно, это не только про красоту, это также про талант. Там будет в программе спортивный выход. Это надо будет показать свою атлетическую форму. Спорт – его конек, рассказывает парень. С детства Антон занимался футболом. Юноше даже довелось играть в московских командах. А сейчас с головой ушел в творчество. Поступил в колледж культуры на режиссуру. О модельном агентстве узнал случайно из соцсетей. Решил пройти кастинг. Так все и закрутилось. Позади победа в барнаульском и краевом конкурсах. Впереди состязание «Мистер Россия» в Ростове. А моделинг стал уже стилем жизни. Это путь моего сердца. В первую очередь. Мне это очень нравится, мне это по душе, я хочу этим заниматься, я горю всем этим. Поэтому именно я здесь, я работаю. Конечно, есть и те, кто это не понимает, но все мои знакомые, вся моя семья меня поддерживает. Поддерживает также и наставник модельного агентства Татьяна Жилина. Вместе они раздумывают над стилем и подачей выступления. Нам нужно создать ему на Россию большое красивое портфолио модельное. А вот съемки действительно клипа профессионального, это речевая такая визитка, видеовизитка конкурса «Россия» снимали на днях. То есть съемки, клипы, репетиции. А также мы ставим ему, хотим поражать этот раз талантом именно хореографии. Он очень пластичный, есть способность у него именно в данном направлении. Мы сейчас делаем современные красивый танец. Татьяна добавляет, наши барнаульские красавцы и красавицы нередко становились победителями разных межрегиональных конкурсов талантов и красоты. Это дает неплохой старт в мир большой моды. Сам же парень скромничает, говорит, Москву покорить, конечно, интересно, но есть вещи куда важнее обложек модных журналов. Самое главное, я хочу просто наслаждаться этой жизнью. Она и так короткая, а тратить ее на ненужную, нелюбимую работу, ну это, блин, это вот, я не хочу так жить. Сейчас ему предстоит кропотливая подготовка и постановка номера. И уже в сентябре выход на сцену всероссийского уровня. Волнение есть, но юноша отметил, что постарается с достоинством представить Алтайский край на конкурсе «Мистер Россия-2023». Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком.